Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика, и я с удовольствием снимаю это видео. Девчонки, спешу вам похвастаться. Наконец-то у меня в руках вот эта вот пряжа, бобинная, буклированная, что я несказанно рада, девчонки. Я долго, я вернее, она, я ее недолго ждала, просто я ее заказала на мамин адрес в, в Украину, в Александрии, поэтому я долго добиралась, и вот она, смотрите, какая это красота. Сейчас покажу вам, хоть на крючок, хоть на это, на спицы, на что угодно. Вот навязала я образцов, смотрите, вот это все в два сложения. Хотела попробовать в три сложения, не надо, в два достаточно. По цене шикарная, по визуальным ощущениям шикарная. Ну, в общем, моих слов нет. Я пока, а нет, вот, кстати, в три сложения вот этот крючком образец я связала. Что я буду из нее делать? Сейчас мы еще пройдемся по характеристикам, по цветам. Продавец хороший, я так понимаю. Я, в общем, слежу за продажами, как бы не покупаю как бы от фонаря, ну, в общем, непонятных таких продавцов. Но я так понимаю, что этот продавец от фабрики. Вот, всего 7 цветов этой пряжи у него. Ну, это мы покажем. Давайте я вам покажу образцы. Вот смотрите, в одну ниточку связан. Красиво в одну, легкое такое изделие получается. Красиво, очень красиво смотрится. Девчонки, я была в этом магазине Кучинелли, как вы знаете, кто смотрел уже обзор, мой поход в этот магазин. Вот, вот тот кардиган, вот этот, сейчас я вам выведу на экран, он полностью вот так вот выглядит. Именно так, и именно такой цвет. Я обалдела, я когда, я признаюсь вам, я уже спинку связала, я уже вяжу этот кардиган. Вот, и мне безумно нравится результат. Девчонки, я так довольна. Это просто тот вариант, когда я понимаю, что по качеству и по составу это совсем не то, но это бюджетный повтор, ну буквально один в один, девчонки. Я вам говорю, а зачем нам дорогое, если мы же через год будем вязать из новой коллекции, правильно? Вот, поэтому вяжу я в два сложения, так предполагаю, если вы все-таки будете заказывать на тот кардиган, который вяжу я сейчас, то две бобинки. Она недорогая, сейчас мы к цене дойдем, вполне себе приемлемая цена на то, что получается по итогу, девчонки, это вообще даром, даром. Вот я вяжу в два сложения, спицами 3,5 миллиметра, я здесь пробовала, как мне вязать. Вот, вот такое вот полотно, такая шубейка получается. Очень такое плотное, богатое, красиво очень смотрится, девчонки. Безумно красиво. Здесь я вам передать не могу, как красиво. Ну, в общем, кардиган в любом случае это будет, когда я свяжу. Потом это еще не скоро будет мастер-класс, ну, пару недель. И, скорее всего, он будет закрытым. Но буду вязать еще панаму. Вот крючком, это в ближайшее время, это буквально через недельку, ждите мастер-класс. Вот, будет крючком панама, ну, зимняя, это будет в открытом доступе, попетельно. Так, ну, а заказала я три бобины такие, вот. Я же говорю, у меня аж слюни потекли. Я когда связала образец, вот этот, вот, ну, я их много вязала и крючком, чтобы вам показать, выглядит и крючком, и спицами. Невероятно красиво, шикарно, богато. Не знаю, как будет в носке. Вот тут я скажу свое мнение по поводу ВТО. Вот у меня такое ощущение, что китайцы делают... они все делают из одной кастрюли. То есть и буклированную, и вот эту вот типа кашмир ихний. Ну, в общем... Что я поняла, единственное, что ее нельзя отпаривать утюгом. Она, вот этот кашмир, который я в бобине заказывала, и пух норки, ее нельзя отпаривать, потому что оно как бы садится сильно. Вот, только мочить, раскладывать. Вот, вот такое мое наблюдение по поводу
обработки этого всего. Но в любом случае, как бюджетный вариант, это просто шедевральная вещь. Мне безумно нравится. И я еще закажу цветов. Так, а теперь давайте перейдем. Я жду, мои образцы я вам показала. Ниточка тоненькая, да, вы сложите ее в несколько сложений, как вам удобно. И вот я же говорю, спицами очень шикарное полотно получается. Безумно красиво, и тут особых умений не нужно, потому что все неровности, все скрывается в этом полотне, в этом букле. В общем, просто бомба. А сейчас это просто хит. Вот эта пряжа просто хит во всех брендах, везде она есть, вот эта буклированная пряжа. И вот, кстати, я готовлю новый обзор коллекции Шанель, и там тоже вот эти модели из этой пряжи. Это просто хитовый, не знаю, как еще сказать. Вот. Все, везде вот эти барашки. Везде. Вот, девчонки. Сейчас давайте посмотрим на характеристики и на цвета, которые у них есть. Ссылка на эту пряжу я оставлю обязательно на этого продавца под видео в описании, девчонки. Смотрите. Это что-то. Это просто что-то. Смотрите. Красота. И цвет, как у Чинели. Вот в реале, на сайте он кажется темнее, но в реальной, как бы, в реальности, да, заговорилась. В реальности это тот же цвет, и тот же по фактуре он безумно похож. Ну, один в один. Итак, девчонки, мы на страничке этого продавца, вот она пряжа. И вот почему-то я не могу, у меня крутится колечко, почему-то спрыгнуло, не открывается. Видно, сбои с интернетом в Украине сейчас. Ну, в общем, вот смотрите, у них очень, кстати, и молния у них, видите? А я и не видела. В общем, очень много у них пряжи и спицы. И, кстати, минус 30, и смотрю по цене, все очень дешево. Сейчас Черная пятница, как оказалось. У них Черная пятница до 29 числа. То есть еще 2 дня. Я даже не знала. Вот я сейчас, кстати, и закажу. А поэтому, кстати, может быть и сбои, потому что Черная пятница и все очень плохо загружается, тормозит. Я знаю, когда Черная пятница обычно тормозит. Вы знаете, я тоже сейчас закажу. Это не реклама, это я так у меня в голове. Вот смотрите, здесь есть вот такой вот джинс цвет. Почему так страничка у меня не открывается, видите, именно с этой пряжи. Я, конечно же, заказать попробую с приложения. У меня загружено в телефоне приложение. Вот эта пряжа, но там больше цветов. Я не могу ее открыть. Всего 7 цветов. Мотки по 500 граммов. Вот эти бобины. Вот. Я сейчас расскажу по памяти. Вот, к сожалению, вот видите, я хочу вам сегодня это видео предоставить, чтобы вы могли заказать, раз уж, ну, видите, не открывается у меня. Вот прошу прощения, девчонки, но вот в таком вот виде у меня только что утром открылась, я читала, чтобы вам показать. И сейчас вот такая вот зараза. Ну ничего, я это видео все равно вам, если хотите, вот скидка хорошая очень, потому что я покупала дороже. Вот смотрите, вот прекрасно. Я до цветов дошла, 7 цветов, хотя бы цвета вам покажу и расскажу. Вот такой вот красный цвет, вот этот мой, который справа, вот этот такой вот джинс, вот я его, наверное, закажу, мне очень нравится, что-то я сделаю из него. Вот. А, кстати, смотрите, светлый джинс, темный, черно-синий и синий джинс. Очень красиво, черный цвет, красивые цвета, очень красивые. Вот смотрите все, и вот сейчас у меня слюни потекли. Вот, и я прям хочу все. Вот она показывает, девушка. Ну, то, что показывала я, что оно на самом деле, вы видели у меня. Чуть-чуть, конечно, у них приукрашено на сайте, но это естественно, потому что все так делают, да. Вот, смотрите, меланжевые вот такие вот есть, красный меланж. Вот эти тоже, кстати, меланж черные, ну, классные. Классные, девчонки, цвета без... Все, вот это все, что нам показали. Ну, во всяком случае, цвета мы увидели. Вот три. Видите, что творится? Видите, что творится?
Ну, если у вас приложение, как у меня, то я думаю, вы откроете. Это я просто вот такой вот, видите, меланж. Мне все хочется. Ну, вот этот, конечно, я, наверное, не буду. А вот джинс я закажу. Наверное, вот этот светлый, чтобы если вдруг что-то буду снимать, вот этот вот, вам было видно. Ну, в общем, вот такая вот у меня новость к вам. И, кстати, видите, у них черный. А, вот бордо еще есть как. Ой, красивый. Вот все эти цвета, они в Шанель новой коллекции есть. Вот очень интересно, очень интересная коллекция. Я же говорю, я постараюсь в ближайшее время вам домонтировать этот обзор. Вот. Ну, честно говоря, я в восторге. И я кайфую от того, что получается. Вот мне так нравится то, что получается. Я тут понимаю, что наконец-то у меня кардиган будет один в один, как у Кучинелли, понимаете? И тут у меня вот такой подъем, знаете, и надо это все быстрее сделать. Вот такой вот. Такой вот. Значит, бобины, да, вы поняли. Я думаю, вы потом прочитайте, когда у вас откроется. В общем, сейчас смотрите, цена 11,25. Доставка, кстати, там есть, но небольшая. Не могу я, к сожалению, сейчас посмотреть. А давайте я в своих заказах гляну. А вот смотрите, я покупала за $40 три бобины. Ну, в принципе, так оно и было. А, было, вот смотрите, 13,17. Вот врут, вы представляете, врут 13-17 и скидка 40. Ну, это все так делают, 39%. В любом случае, это дешевле, чем покупала я. Так что, девчонки, еще 2 дня, вот $2 получается еще скидка на одну бобину. Ну, $4 это, я думаю, что это все равно это деньги. Вот, ну, в любом случае, я поделилась, ваше дело, что делать дальше, смотрю, вот здесь вот красивые у них и пайетки, вот, что я их не видела. Ну, в общем, я попробую заказать еще хотя бы вот этот джинс, потому что мне очень интересно. Если кардиган собираетесь вязать, то, конечно же, две бобины нужно брать, вот. Ну, в принципе, все, девчонки. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Вот такой вот у меня обзор. Конечно, чуть-чуть по это, но в любом случае я образцы вам показала. Вы имеете представление, что это. Ссылку я вам оставлю. Я в восторге, правда. Вот тут у меня уже полный восторг, девчонки. Все, всем пока-пока.